Барселона угостила четырьмя мячами в домашнем матче. Надеется хотя бы во второй игре что-то сделать. Тем более, что его уже и в Англии критикуют. Ну и посмотрите, Серхио Агуэро раскручивает Луку Диня. И первый момент создают футболисты. Штрафной разыгрывают футболисты Сити. Может сложиться поэтому. Возвращаются вроде назад футболисты Сити, но недостаточно спора. И Месси в итоге. Вся группа Месси, Неймар, Суарес в полном составе. Видите, вроде поаплодировал Гвардиола. Вроде успевают вернуться, но не до конца. Ну и Де Брюйне, оказавшись в обороне, делает пас на Неймара. И Барселона идет забивать второй мяч. Неймар помешал ему немножко Суарес. В итоге Барселона первый тайм проводит намного лучше соперника. Кстати, чего нельзя было сказать в первом матче. Там скорее на ошибку соперника она сыграла. Здесь преимущество большое. Ведь 15 минут до этого огромное преимущество Барса. Но вот тут ошибается Серджо Роберто. И Сити разворачивает атаку моментально. Элкайги. Что это за пас от Серджо Роберто? Как можно было так сыграть? Любезность ответная. Становится счет. Тут же еще вперед идут футболисты Сити. Это Фернандо, Фернандиньо, Сила. Смотрите, мяч ходит по штрафной. Увлекается атакой. Вперед уже идет Барселона. Это Месси. Падение в штрафной. Серджо Роберто, обратите внимание, продолжает играть не лучшим образом. Делает передачу на Бускетс. Это уже фрагмента второго тайма. И, пожалуйста, Сити. Смотрите, как играют даже защитники. Гюндоган делает передачу на Агуэро. Агуэро бьет. Совершенно иначе на второй тайм. Штрафной Де Брюйне и Тер Штеген. Примерно в одно время они ее покинули. И Сити продолжает атаковать. 51-я минута. Гол. Еще один момент. Теперь Де Брюйне и Сила уже разыгрывают штрафной. Ищают мячи. Это Стоунс. Правда, тут же он делает неожиданно пас на Суареса. Суарес обыгрывает Отаменди. Андре Гомеш. И теперь уже везет. Это напоминает первый тайм и гол Барселоны. Такая неспешная вроде контратака. Де Брюйне. Передача направо. Прострел Агуэро. И Гюндоган делал. Разбивался Илкай Гюндоган. Здесь положение вне игры. Терштеген не успел. И от Агуэро мяч принял. Манчестер Сити.